90-летний юбилей отпраздновала жительница станицы Успенской, ветеран труда, труженик тыла Мария Дубовцова. По традиции, виновницу торжества поздравили глава Успенского сельского поселения Юлия Щербакова, глава района Александр Коклин. Здоровья, благополучия, цветы, чтобы красивые были. Поздравляет вас наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот он перед, да, наш президент. Гости вручили юбиляру подарки, юбилейную медаль в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Радость семейного праздника с именинницей разделили артисты Успенского дома культуры, исполнив под баян песни военных лет. О Марии Владимировне заботится сын Александр, навещает внучка и двое правнуков. Юбилей 90 лет отметила жительница хутора Меклита, ветеран труда, труженица тыла Валентина Малышева. Именинницу поздравили глава района Александр Коклин и глава Новопавловского сельского поселения Лариса Склерова. Мы вас поздравляем с юбилеем. Теперь вы будете входить в клуб наших долгожителей Новопавловского поселения. В мае месяце с главой района будет у нас встреча. В преклонные годы о Валентине Петровне заботится дочь Людмила. У юбиляра трое внуков и четверо правнуков. Все очень любят и навещают свою бабушку. Свою 95-ю весну встретила жительница села Новопавловка Наталья Суслова. От руководства района именинницу поздравили представители власти. Приехали поздравить вас с юбилеем, пожелать здоровья, благополучия. Поздравляет вас наш президент Владимир Владимирович Путин. Вот прислал вам письмо. Наш губернатор Кондратьев Евгений Иванович. И благодарственное письмо от партии «Единая Россия». Ну и от всех жителей нашего района. Здоровья, благополучия и всего хорошего. Женщина вырастила троих детей. У нее шестеро внуков, четыре правнука и два праправнука. В основном все городские жители. Когда приезжают из города, привозят гостинцы и очень гордятся своей бабушкой-долгожительницей.